итальянская паста, а кто-то жить не может без украинского борща. Другие отказываются от мяса в пользу вегетарианства. На кухне можно смотреть с разных точек зрения. И сегодня мы решили добавить к классификации еще один пункт. Кухня холостяцкая. В женском представлении быстро и просто. А наш сегодняшний гость докажет, что это еще оригинально. Сегодня, как это делается, рассказывает и показывает шеф-повар, замечу, холостяк Максим Рак. Что же сегодня мы будем готовить? У нас будет фруктовый суп с добавлением лимонада. Весьма необычно. Да. И с чего мы начнем? Ингредиенты нам понадобятся. Это апельсин, киви, банан. И лимонад. И это лимонад, основная часть. Да, лимонад, потому что он дает более такой, лимонад он сделан больше из мяты, обычный лимон, вода, сахар. Все. Угу. Простое и эффективное. Так, нам нужен банан. Почистишь? Хотела бы я показать, как можно киви очистить его просто ложечкой. Мы вот так его вынимаем. И вдоль идем по оболочке. Так, у нас получается вот такой. А сейчас у нас будет шинковка. Да, шинковка. Значит, я, нож. Да, берем большой нож, и я думаю, что ты мне в этом поможешь. Бери. Я буду сейчас. Да, я хочу, чтобы ты порезал и выложил в эту колбочку. Хорошо, какой размер нам нужен? Это не имеет значения. Можешь резать более крупно, более мелко, потому что у нас происходит все, мы будем взбивать на блендере. А я почищу апельсинчик. А косточки нам надо убрать? Косточки, естественно, нам нужно убрать. Отправляем блендер. То есть там сейчас у нас получается банан, киви. Киви, банан, апельсин и персик. И персик. Все верно. И теперь я сейчас это наши все микс фрукты я сбиваю на блендер. И вот так вот до однородной массы. А есть фрукты, которые вот в принципе не сочетаются друг с другом? Кардинально. Ну, я тебе скажу, не сочетай меня, вот так в этом же есть интерес. Я заметила, что ты добавил уже туда лимонад. Да, все верно. Мы понемногу его туда. Мы добавляем, чтобы у нас получилась однородная консистенция. Почему? Чтобы у нас и не жидкая, и не густая была. У нас еще остались вот немножко лед, вот мы тоже, да, тоже это добавим. Для этого у нас будет освежающий, да, все верно, он будет очень холодненький, вот, и это мы сейчас все сюда добавим. И тоже можно это сбить, это более такой получится у нас. Вот так. Все. Даже мне, да? Как девушке, точнее, мне как девушке кажется, это все легко, просто, да. По ингредиентам доступно. Я думаю, мужчина оценит это не менее моего. Любой холостяк может это приготовить. Теперь нам для последнего штриха нам мы украсим наше блюдо. И то же самое можно чуть-чуть украсить. Украсить такое, да. Весьма необычное сочетание. Просто. Фрукты и перец. Да. Это очень просто. Взял, нарезал, сбил, соединил и все. Максим, спасибо, что ты пришел к нам в гости, что показал, раскрыл вот этот пункт классификации кухня холостяцкая и показал, что это не только просто, быстро, незамысловато, что это еще может быть очень оригинальным и интересным. До новых встреч!